дозвольте, представлю вам. До нашої студії завітала Тамара Сосновська, лікар-офтальмолог. Доброго ранку. Отож, глаукома. Начиталося вчора багато про неї інформації. Вважається однією із найнебезпечніших хвороб. Що це за хвороба і як дізнатися, що вона в нас є? Доброе утро, уважаемые телезрители. Ну, во-первых, хочу сказать, что в рамках недели борьбы со слепотой от глаукомы мы каждый год проводим такое мероприятие. Оно посвящено тому, чтобы шире рассказать нашим уважаемым жителям, насколько опасно это заболевание и как с ним бороться, и как его можно предотвратить. Эта неделя была основана Всемирной ассоциации глаукоматологов и пациентов больных глаукомы. Поэтому уже из этого понятно, насколько это серьезное заболевание. Она очень коварна, глаукома, в том плане, что на первых порах, на первых стадиях заболевания она никак себя не проявляет. Вот в чем самая основная вот это подводный камень, так сказать, этого заболевания. Взагалі ніяких симптомів немає, да? Що? Ничего. Таких вот патогномоничных, которые говорят именно вот за это заболевание, таких не существует. То есть может быть какая-то там легкое затуманивание по утрам, и ощущение инородного тела, там радужные круги при взгляде на источник света. Но это уже такое, что мы можем догадаться, что вот она тогда начиналась. Но пока зрение не снижается, к сожалению, наши пациенты к нам не обращаются. Обращаются уже в поздних запущенных стадиях, когда зрение снижена, то есть это уже третья, четвертая стадия, когда бороться уже практически невозможно, а мы боремся только, то есть бороться с заболеванием, а мы боремся только за то, чтобы сохранить те функции, которые еще сохранены. А чи можна діагностувати якось самостійно її? От, якось в аптеках, в оптиці перевіряють зір, чи ні? От, як к сожалению, її? Нет. Можна, есть такие, конечно, методы, которые позволяют, самому просто выявить заболевание, нет. Но для того, чтобы как можно раньше выявить заболевание, необходимо обращаться ежегодно, проходить обследование полное у офтальмолога. И оно включает в себя измерение внутриглазного давления, измерение поля зрения, и доктор смотрит на состояние зрительного нерва. Потому что даже если повышенная вообще глаукома, это заболевание повышенного внутриглазного давления. Можно так сказать, это уже как бы для широкого круга наших слушателей. То есть повышенное давление – это первый и контролируемый нами фактор риска прогрессирования глаукомы. Но бывает, к сожалению, глаукома с низким давлением, которого выявить вот на этой стадии, там, когда пошел человек тест, себе, пошел к проходить, там, допустим, там, терапевту, повышенное артериальное давление у него, его заставили, так сказать, пройти еще померить внутриглазное давление. Оно может быть нормальное. Поэтому необходимо еще ежегодное обследование у офтальмолога, который проверяет и поле зрения, и состояние зрительного нерва. Так, підступна хвороба, слухайте, а це правда, що вона у людей старше 40 років, чи ні? І чи передається вона спадково? Генетика має? На самом деле, да. Есть несколько таких факторов риска развития глаукомы, и вот в том числе то, что вы назвали. Это люди старше 40 лет, хотя в настоящее время глаукома молодеет. И у нас уже есть пациенты и 26 лет, и 30 лет. То есть надо проверять вот эту вот группу риска. А группа риска – это люди, которые страдают сосудистыми заболеваниями. То есть повышенное артериальное давление или пониженное, наоборот, артериальное давление. Вот часто девочки или женщины там, с пониженным давлением, они страдают глаукомой низкого давления. Это пациенты сахарные, больные сахарным диабетом, атеросклерозом, мигренью. То есть вот эта группа риска, они должны проходить ежегодный медосмотр с ежегодными измерениями внутриглазного давления с 35 лет начиная. А все остальные, которых еще
или не выявлены эти сопутствующие заболевания, или, слава богу, они еще здоровы, то 40 лет ежегодно. Но если все нормально, то можно разрешается раз в 3 года проходить медосмотр. А если есть уже какие-то жалобы, то ежегодно проходить обследование у офтальмолога. Ну, это зрозуміло, что эта хвороба, она не вилікована, правильно? Да, ну, да. Это хроническое прогрессирующее заболевание. Тобто можна стримати її, так та розумієте? Бороться с ней надо, лечить надо. Существует такое мнение, что глаукома, она не лечится. Она лечится на самом деле. Вылечить ее невозможно, но лечить ее надо, и она лечится. То есть, если глаукома выявлена на начальных стадиях, мы назначаем лечение сначала медикаментозное, как правило. То есть назначаются капельки, пациенты эти капли капают и себе благополучно живут и радуются жизни. Но, к сожалению, не все это понимают, для чего мы назначаем лечение. И ну, примерно 80% пациентов не применяют лечение, потому что им кажется, что оно не помогает. Или же есть побочные какие-то эффекты. Или же ну, просто элементарно забыл или неудобно закапывать. Но определить необходимость лечения и подходят вам те капли или не подходят, это может только офтальмолог. Доктор, поэтому однозначно самому отменять назначенное лечение нельзя и не нужно такого делать. Профилактика. Чи є якісь профілактичні заходи для того, щоб попередити глаукому? Є те, що от варто нам робити? Чи к сожалению, немає, нет. Да? Немає. Нет. И, но неизвестна природа этого заболевания. Вообще, по сути, глаукома – это сосудистая проблема. То есть изменяется внутриглазное, вот этот вот устойчивое внутриглазное давление, внутричерепное, изменяется градиент этого давления. И когда повышается внутриглазное давление, тогда возникает глаукома. Ну, так что вы понимали, это заболевание зрительного нерва. Так. То есть и при глаукоме умирает, а? Зрительный нерв происходит атрофируется, происходит так называемый апоптоз нервных клеточек. В норме он есть нормальное такое состояние, правильное, когда они умирают, но там при глаукоме развивается этот процесс намного быстрее и прогрессирует намного быстрее. Поэтому лечение – это только сосудистые, курсы сосудистой терапии, поддерживающие, регулярное наблюдение у офтальмолога. Еще хочу обратить внимание, что те пациенты, которые уже поставлен диагноз глаукомы, регулярно должны наблюдаться у офтальмолога. Они раз в 3 месяца ходят, проверяют давление, контролируют вот те показатели, что я сказала, то есть поле зрения, состояние зрительного нерва. Сейчас на данном этапе у нас есть, к счастью, уже такие методы, которые позволяют выявить глаукому на ранних стадиях. Да, то есть это оптическая когерентная томография, компьютерная периметрия, которая позволяет выявить еще самое-самое минимальное нарушение или когда она только-только зарождается. Но здесь уже все зависит, конечно, от пациента. Если пациент успокоился, что у него ничего нет, или там на ранних стадиях глаукома и пошел себе не показываться к офтальмологу, он может прийти через полгода уже и полностью слепым, к сожалению. Это кажуть, варто бути на чеку на останок. Дуже мало часу, тиждень, так, боротьби, куди звертатися, як можна перевірити свій зір? Да. В рамках этой недели борьбы с глаукомой у нас проводится 6 числа день открытых дверей в областной больнице. Это Васляева 10 или Театральная сейчас 10. В течение дня с 9 до 14 часов вы можете подойти в 115 кабинет. Там бесплатно измеряют, бесконтактным тонометром измеряется внутриглазное давление. У пациентов, у которых выявлено повышенное давление, производится осмотр офтальмолога. Или же мы там по записи уже регулируем. И на 14 часов у нас в областной больнице на 3-м этаже в актовом зале будет проводиться глаукомная школа. То есть всем, кому интересно, что такое, что это за заболевание и как с ним бороться, пожалуйста, милости просим. 14 часов, 6 число, 6 марта, 3-й этаж областной глазной больницы. Я вам щиро дякую. Дякую, что еще раз розповіли лаконично, але детально. Мы теперь зрозуміли, что это за хвороба. Треба берегти свій зір. Тамара Сосновська, лікар-офтальмолог, була у нас в гостях.